Многие помнят Линка маленьким спрайтовым человечком, бегающим тогда еще по 8-битным просторам Хайрула в поисках принцессы Зельды. С тех пор с одной стороны изменилось все, а с другой стороны ничего не изменилось. В том смысле, что легенда о Зельде и тогда, много лет назад, и сейчас — это красивейшее и увлекательнейшее видеоигровое приключение. И по-настоящему сказочное приключение. Как бы ни менялась игра графически, как бы ни менялись персонажи, сам Линк, способы решения головоломок, механика игры, легенда о Зельде всегда может удивить и завлечь на долгие часы. Всем привет! Сегодня смотрим на фигурку Линка из Legend of Zelda Skyward Sword. Фигурка по игре, которая в 2011 году совершила маленькую, а может быть и не очень маленькую, революцию в серии Легенда о Зельде. Игра вышла на Nintendo Wii, а вот, кстати, и эта самая революция. Wiimote с плюсом. Машем этой штукой, а Линк на экране размахивает своим мечом или стреляет из лука. Или приводит в действие всякие механизмы, управляет огромной птицей и еще много чего делает. То есть консоль Nintendo Wii и Wiimote привнесли в игру абсолютно новую механику, которая позволила уменьшить это незримое расстояние между игроком и героем. Только махать Wiimote'ом, естественно, нужно с умом. Ну а теперь, наконец, о фигурке. Линк уже не крошечный паренек, а вполне взрослый юноша, той же эльфийской наружности. В правой руке у него волшебный меч, именуемый Master Sword, в левый щит с Трифорсом. Ну и, конечно же, на героя зеленые одежды. Все строго по канону. Фигурка входит в состав серии Figma от Max Factory и Good Smile Company. А это значит, что помимо щита, меча и ножен, в комплекте есть еще много чего полезного. Четыре пары сменных кистей рук. Вещь, безусловно, нужная. Кстати, посмотрите, как удобно сделано. Специальный держатель. Ничего не сломается, ничего не потеряется. Вот что значит японский производитель. Порядок прежде всего. Молодцы. Далее. Сменное лицо и сменная прическа. Эти два аксессуара позволят воспроизвести оригинальный арт. Тот, что украшает обложку диска с игрой. Стоит отметить, что все детали — лицо, прическа, кисти рук — заменяются без труда. Пластик очень хороший и литье очень качественное. Еще есть аксессуар, имитирующий ветер от взмаха меча. И прозрачная подставка. А, ну и, конечно же, самая необходимая вещь — пакетик, куда можно все эти аксессуары положить. Еще в коробке с фигуркой имеется такой вот вкладыш, из которого можно вырезать красивую вставку. И эта вставка, судя по всему, предназначена для какой-то подставки, которой в комплекте нет. Если вы что-нибудь об этом знаете, где такую подставку купить, напишите. Так, ну, с этим разобрались. Жаль, конечно, что в комплекте нет маленькой окарины, вернее, даже лиры, раз уж фигурка по Skyward Sword. Еще я бы не сказал, что эта фигурка супер детализирована. Вот, например, кольчугу никак не передали. Просто покрасили этот важный элемент одежды одним цветом, и все. Ни скульптор, ни художник над кольчугой никак не потрудились. К сожалению. Но фигурка все равно хорошая. Небольшая, недорогая, качественно сделана, с хорошими аксессуарами и с хорошей подвижностью. Давайте, кстати, по подвижным соединениям быстренько пробежимся. Итак, у Линка двигается голова, руки в плечах, локтях и запястьях. Далее в туловище подвижность имеется. В ногах. И даже зеленый колпак можно покрутить. То есть у меня в руках настоящая action figure. Обсуждать шарниры, зазоры и стыки смысла никакого не имеет. Это специфика всех экшн-фигурок. Вообще, Figma как серия, скажу я вам, очень радует. Радует качеством и радует количеством.
Столько отличных фигурок. По Metroid, по Metal Gear, по Silent Hill. Всякие там Мстители, Индиана Джонс, Гайвер. По разным аниме фигурок великое множество. Даже Брюса Ли сделали. Короче говоря, серия огромная. И она не упирается во что-то одно. То есть, например, только герои комиксов. Или только игровые персонажи. И так далее. В этом плане Max Factory, как производителю, конечно, респект. Стараются угодить всем. Да, с портретным сходством не всегда складывается. Но нужно понимать, что эти фигурки не премиум категории. Так что ругать за портретное сходство, вернее, за его отсутствие, не очень правильно. А персонажи, так сказать, мультяшной наружности, как, например, этот Линк, выглядят прекрасно. Все без исключения. Возможно, вы удивитесь, но моя самая любимая фигурка, та, что по-настоящему мне дорога, причем она самая любимая из всей моей коллекции. Вот она. Тоже серии Figma, а не какая-нибудь здоровенная статуя за много денег. Но о ней как-нибудь в другой раз. Легенду о Зельде тоже очень уважаю, и этой фигуркой Линка тоже очень дорожу. А на сегодня, ребята, у меня все. До скорой встречи. Пока! Как я уже говорил в начале, это Джим от компании Меска. До Меска фигурки по червяку Джиму выпускала компания Playmates, и они сделали целую серию фигурок. Там и Джим в нескольких вариациях, и принцесса, как ее там, кот-зловред,